Это очень символично, потому что посол Кореи в России всего исполняет свои обязанности один месяц. И за первый визит, который он совершил в регион, это как раз Калужская область. Знаете, перефразируя народную мудрость по поводу того, что друзья познаются в беде, можно сказать, что друзья познаются в сложной, достаточно сложной экономической и политической ситуации. Вот для нас это очень важно. Посол приехал в Калужскую область. Он подтвердил еще раз приоритеты развития отношений и с Россией, и приоритеты развития инвестиционных отношений с Калужской областью. В процессе переговоров он акцентировал на этом внимание. Несмотря на то, что достаточно сложная экономическая и политическая ситуация, предприятия Южной Кореи будут неразрывно связаны с бизнесом российским. Это было публично сказано, да, с учетом того, что это главное административное лицо на сегодняшний день Республики Кореи, это здорово.